Бляха, муха, ну прекращай. Собак? Не везде, не везде. Чего ты взял, что там конец? Уже кстати, хороший вопрос. Спасибо. Хороший вопрос. Вдруг это не конец, кстати. Для тех, кто недавно зашел, это сюжетно сложности легко. Первый уровень. Мы не можем начало игры пройти, представляете? Это кошмар какой-то. Это просто какой-то кошмар. Это реально какой-то кошмар. Это невозможно. Это первый уровень игры. Я заплатил за 2000 рублей. Как в это играть? Как в это играть? В общем, держу вас в курсе. Наверное, делаем ультраластецкую. Просто ультраластецкую. Патроны для револьвера. Нам патроны для револьвера никак не помогут. Никак. Нам нужно делать только патроны для дробовика. У нас патроны для револьвера идеально подходят. Прекрасно. Самый большой вопрос, как вы здесь и пройти? Сходил на фильм «Зеленая книга», вообще топ советую. Кайф. Хорошо. Тут нужно забайти женщину. Соберись, солдат. Самая большая проблема – это экономия гранат. Нам очень сильно нужны гранаты, вот серьезно. Нам очень сильно нужны гранаты. Почему? Ты серьезно, блядь, солдат? Хули ты творишь, прости меня? Он не спускался, понимаете? Он не захотел спускаться. Отлично, солдат. Просто замечательно. Нет. Он не захотел спускаться. Мы потратили 2 патрона для дробовика. Нехорошо. Я не знаю, где их можно подэкономить. Ну, все же хорошо. По-моему, все моменты, где можно было подэкономить, мы уже подэкономили. То чувство, когда зашел на стрим на этой попытке пройти момент игры и наблюдаешь, как Женька почти идеально проходит этот момент, как будто с первого раза. Подозреваю, что это 500-й дуб. Нет, 6-й раз. Это 6-й, по-моему, 6-й раз. Прошлый раз для Бабиша был в Азобе. Да, это правда. Но здесь, блин, понимаете, эту собаку здесь нужно убить. Вот с этими собаками можно что-то подумать. Вот с этими собаками реально, я очень много патронов трачу на эти собак. Сейчас побежит собачку, мы ее должны убить. Вот это было убер плохо. Вот на данный момент с этими собаками было убер плохо. Они очень зафейлили на всю малину. Вот эти собаки нам очень сильно зафейлили всю малину. Это плохо. Это реально плохо. Так, там мы используем с вами гранату, правильно? Если не ошибаюсь, да. Стоит. Я не думаю, я все равно не смогу пройти. Если я не буду ее трогать, я не смогу пройти. Нам нужно сейчас идеально дойти до момента, где нам нужно будет похилиться. Прям идеально. Так, мы берем гранату, правильно? Мы берем здесь гранату. Стоп, или мы берем здесь флешку. Флешка на них особо не работает, поэтому мы берем гранату. Флешка на них особо не работает. Вот это очень плохо. Вот со стороны ничего страшного, плевать. Граната. Ничего страшного. Я взрыв. Они не понимают, что происходит. Я ухожу. Она успевает, сука, меня ударить в спину! Ой-о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 й
что было нехорошо. Это, скорее всего, рестарт нужно делать, но мы, наверное, попытаемся. Я потерял мобильность и очень сильно мне придется хилиться. Я максимально сильно потерял мобильность, я не могу просто перемещаться. Нет, мужчина, не трогай меня!
слишком много потеряно, да. Потеряно слишком много. Я согласен с вами. Я согласен. Это не на время. Так, флешка. Тут мы используем флешку, правильно? Да, здесь мы используем флешку. Так, нужно подготовиться. Открываем. Отлично, еще сам посмотрел, бывает. Так, боже мой, типичный спидран отжения. Но это не спидран. Здесь можно, ну, типа, как спидран, только мне здесь не важно пройти намного быстрее. В конце просто с парнем двойщом. Прошлись. Здесь несложный момент. Здесь, в принципе, уже запомнил, что нужно делать. О, боже мой. Этот режим сделать из тебя спидранера, ну ты согласен, да. Он же здесь, понимаете, специально усложнен. Это, считайте, зомби на хардкоре. Это зомби на хардкоре. Я просел по хилу даже не на середине. Да, да, это правда. Я очень просел. По хилу я очень просел. Так, отлично. Отлично. У меня не получилось получить здесь дэмэдж. Это очень важно. Это очень сильно важно. Вот то, что я не просел здесь по дэмэджу, тьфу-тьфу-тьфу, это очень хорошо. Я знаю, где можно сэкономить патрон для револьвера. Я попытался это сделать. Сейчас попробую еще раз. Раз. Рисковая штука. Я думал, он упадет, он не упал, но я смог его отвлечь. Мы сэкономили патрон. Это хорошо. Нужно было еще ближе подойти и выстрелить. Вот тогда бы я бы потратил только один. Вообще только один. Пока все хорошо, мы по хпшке не просели. У нас есть еще чем хилиться. У нас есть один спрей. It's good. Так, теперь ублюдка вырубаем. Теперь вырубаем ублюдка. Сюда. Даже здесь один патрон сэкономили. Даже здесь получилось. Ой, погнали дальше. Что могу сказать? Уже прям... Блин, у нас, знаете, еще проблема? У нас здесь заканчивается защита. Для нас это очень плохо. Не получится сэкономить патрон дробовика. Азиатик. Все? Все есть. Пока все неплохо. Без хила. Это не очень хорошо. Здесь не игнорим. Придется потратить патрон. Перезарядка не вовремя. Боже, я так хотел хорошо все сделать. Вы поняли, да, мою идею? Надеюсь, что вы поняли, что я хотел сделать. Я думаю, что вы поняли. Не тратим время. Сейчас он будет крутиться. Идеально. Так, сейчас будут два студентика. Сейчас этих студентиков нужно будет вырубать. И, скорее всего, я буду сейчас стрелять по ногам нашим вот этим вот оружием. Давайте. Отлично. Ну, как сказать,
отлично. В принципе, неплохо. Патроны нам здесь уже, как по мне, не нужны. Не нужны. Здесь игнорим собаку. На всякий случай возьмем дробовичок, но игнорим. Так, дальше. У нас есть флешка. У нас есть флешка. Мне, наверное, сейчас придется все-таки не рисковать. Я не буду рисковать. Я не буду рисковать. Делаем грязь. It's so good. Так, сейчас будет батя, правильно? Если не ошибаюсь, сейчас должен быть батя. Сейчас батя, правильно? Я в такой напряженке, вам просто не передать. Бля, это пиздец какой. Это очень крутая штука. Так, 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 забузили. Забузили дверь. Забузили дверь. К сожалению, не получилось пройти без дэмэджа. Это очень плохо. Но. Понимаете, теперь в чем вопрос? Я должен подкинуть флешку чуть-чуть поближе ко всей этой канители. Это самый важный момент. Я очень надеюсь, что у нас получится. Я очень-очень сильно надеюсь, что у нас получится обойти без... Сука! Нормально защищаемся. Защищаемся. Очень много. Мы постоим за себя. Мы убиваем двоих. Мы убиваем женщину. Игнорируем зомби. Блять, там батя. Батя! Вопрос, куда я должен идти? Я должен идти сюда! Я должен! О, боже! Да! Мы сделали это! Это просто покчамп! Клэп-клэп, покчамп. Шок-контент без хила. И представляете...